Для меня Новый год – это в кругу семьи. Все-таки я привыкла к какую-то такую теплую домашнюю атмосферу. Ну, для меня Новый год – это веселье, это фейерверки, это шумная компания. Ну и если про стол говорить, то я скажу, наверное, лично для меня, например, Новый год – не Новый год без жульена. Почему именно жульен? Все обычно оливье, селедка под шубой, а тут жульен. Ну, не знаю. Вот для меня, например, традиция – это жульен. То есть, ну, я люблю, да, его. Французский Новый год, в общем. Ну, получается, что да. Пьер Нуэль ко мне приходит, да. Вы даже знаете, как зовут Дед Мороза во Франции? Вот это да. А знаете, где, как еще Дед Мороз зовут в других странах? Хоть одно название. Я не очень сильно. Ну, вы точно знаете. Санта-Клаус. Да, Санта-Клаус, конечно. Я хочу поздравить с наступающим 2020 годом Волгоградскую область, потому что все-таки страну поздравит, я думаю, президент, это его полномочия. Хочу пожелать всем нашим жителям здоровья, конечно же, успехов, счастья в личной жизни и каких-то новых достижений, новых свершений. С Новым годом! С Новым годом!